Да тут уже даже продукты есть. Угу. Да, если на кусте у нас есть. Кукуруза 40-38. Гречка 69. Что это дорогая гречка? Ну, это цена. 800. Перепродаю. 800 грамм. Макароны со скидочкой. 10-15. Неадекватно. Да, тут цены какие-то. Одноразовые мусор. Чай. Так. Давай сейчас посмотрим. Не знаю, кто у нас. Мы посмотрим. Канцтовары. Угу. Отдельно, да? Музычки. Интересные, красивые. Так, хорошо. Ну, сейчас посмотрим. Да. Да. А эти неадекватные там были. Хорошо. Давай. Что нам нужно? Автомобильные, да? Так. Вентиляторы. Что там? Такая цена у них? Для, у них такая цена? Ну, а с моторчиками, да? Вытяжки. Вытяжки, да. Мы сильно не будем смотреть. Да. Это трубы, да, папа? Ага. Вытяжные системы. Короба. Разных размеров, вот, с тумками, без. Ага. Тут цены у них есть. Метр, да? Так. Без понятия, что это такое. Это запчасть. К чему-то запчасть. Вот этим. А, к вот этим трубам, да? Ага, я поняла. Ладно, это пока нам не нужно. Вообще-то нужно заменить на кухне, что она какая-то некрасивая. Но это не сейчас. О, видишь, какая сутка. Ну, да. Не надо, она закроется, да? Mm-hmm. Да, это нормально. 195. Угу, угу. Так, хорошо, это все интересно, конечно, но не очень. Здесь тоже трубы, ну какой-то горшочек. Уже вытяжные системы. Двигатели. С двигателем. Ясно. Большие разные. Разные по объему, разные по наполнению. Или надо? Надо такое или дела. Но сейчас на данном этапе не надо. Так, это что у нас такое? Что-то красивое такое, ну это я не разбираюсь. Ладно, это я, честно говоря, в этом ни хрена не поняла. Извиняюсь. Кстати, вот это вот степлер, да? Ага, степлер. Иногда бывает очень нужная штучка. Шуруповерты. Всякие маслица. Цены разные, цены. Даже вот скидочные есть. Дрели. Дрель видно, нет? Чем-то дрель где-то. 1600, 1700. Тут какие-то скидки, наверное, на какие-то товары есть.
Сейчас уже с людьми. О, что-то знакомое такое. Люди через интернет. Ну, через интернет, наверное, дешевле, да, будет? Да. Так, о, тут какие красивые. Красивый перфоратор. Ну, тут, кстати, музыка запальница, так что мы говорим, это ничего не будет слышно. Так, это что у нас? Мойка. Я думала, пылесос. Кстати, это пылесос? Да. Мощный, да? Который моет. Было бы неплохо. 7170. Вот пять маленьких. Так, это все моющие, да? Пылесосы моющие. Чистки колес. Так, а вот это что такое? Гляди, какой красивый. Это компрессор. Компрессор. Да. Так, хорошо. Что у нас здесь? Это что такое? Сварочные аппараты, да? Способные, да. Лампа фонарная, 200 рублей. Это все такое. Техника большая, специализированная. Щеточки. Так, это щеточки. Пойдем туда дальше, да? Где? Интересно, кстати, ты самая сошедшая. Ну-ка. Ну, все стоит копеечку. Конечно. Все стоит самое, да, вроде бы как мелочь. Стоит даже молоток вот 217-220. Да. Обычный простой молоточек. Топорик. 500. 74. Только топорик. Пила. В общем, все такое, что. Ага. Кувалда целая, да? Угу. Четыре килограмма. Ну, это тренироваться. Ну, все это у нас есть. Для инструмента коробочки. Mm-hmm. Вот я уже. Растягивайся. Так, пилочки. Пилочки. Так. Всякие, кстати, приспособления. Треуголочки, кстати. Что? Подожди. Алексей Яковлевич. Никого снимать не надо. Ножи. Так, а есть? Я знаю, что хочу. Мне надо ножик такой крутящийся.
я не вижу тут сейчас. Если найду, тебе покажу. Инструменты такие, которые... Секатор, да, у нас. Секатор, кстати. Нет, секатор. Плоскогубцы. Где секатор? Что это секатор? Здесь. Ну, да. Здесь. Вот, еще больше. Еще солиднее. Да. Тренироваться.